Друзья, всех приветствую на своем канале. Значит, сегодня снимем новое видео, как скачать приложение YouTube. Для начала вам необходимо зайти в настройки вот сюда, да, и подключиться к интернету или Wi-Fi. В моем случае я буду подключаться к Wi-Fi. Дальше заходим в App Store. Происходит загрузка. И вот здесь, вот в верхнем поисковичке, мы пишем на английском язычке. Кто не перешел, вот здесь вот такая вот планетка. Нажимаем на нее несколько раз. И выбираем английский язык. И пишем YouTube. И нам сразу выбивает поисковик. Да? Заходим в YouTube. И здесь видите несколько: Google Play, YouTube, YouTube Analytics, Students. Они нам не нужны, потому что это все левые программы. Самая первая — это официальная ютубовская прога. И нажимаем загрузить. И вводим свой пароль. У меня по отпечатку пальцев. Хочу заметить, что это на любом устройстве iOS так происходит скачка приложения YouTube. То ли у вас 4, 5, 6, 7, 8, 10 iPhone, не имеет разницы. Главное, чтобы вы зашли в App Store и сумели скачать этот YouTube. Пишите комментарии, кстати, какие программы вы не можете скачать, какие вас интересуют. Я буду все качать и показывать это на видео. Так как мои подписчики очень много пишут, чтобы я помог им, я снимаю такие видеоролики интересные. И вас об этом тоже прошу. Приложение YouTube занимает немало места в памяти iPhone и требует вот такой вот долгой скачки. Видите, это происходит не быстро, а несколько минут. Мы тем временем можем просто выйти с App Store и вот здесь поискать его на рабочем столе. На рабочем столе, видите, у нас происходит загрузка. Вот такая вот. Давайте еще раз зайдем на App Store. И хочу вам просто показать, что это приложение так быстренько качается. Обновление давайте зайдем. Видите? То есть YouTube программа у меня качается, да? Еще немножко. И загружается. Кому, кстати, понравилось мое видео помощи, оставляйте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы быть в курсе последних видео на моем канале. И подписывайтесь обязательно на канал. Вот это вот установка. Сейчас я дождался установки и вот нажимаю открыть. Открывается у меня YouTube. Тем временем давайте его, кстати, закроем, покажу вам, что он на рабочем столе. Вот он у меня уже. Я нажимаю на него. И все у меня работает. Добро пожаловать. Нажимаю смотреть. Это, кстати, без такой рекламы этот YouTube, потому что другие приложения скачивал, там много рекламы, коты. Все у меня все работает. Можно смотреть видео, видосики любимые, видите. И заходить на любом канал. С вами был Фрайпик, до новых встреч, не забывайте писать комментарии, что вам бы вы хотели, чтобы я вам показал, как работает. Всем пока-пока, до новых встреч, друзья!